Праздник начался ближе к 20:00. Никакого официоза и награждений. Даже выпускники особо не наряжались. Кто-то и вовсе пришел в шортах. Ребята явно устали от изнурительных экзаменов и хотели просто отдохнуть. Их поздравляли солисты Республиканской филармонии и разные хореографические и вокальные коллективы Хакасии. Напутствие выпускникам дал и губернатор. Он здесь был почти с самого начала. Гвоздем программы стал рэпер Мод, тот самый из Black Star Mafia. Стадион, кстати, ломился от людей.